Имею честь обратиться к президенту Владимиру Путину, президенту Российской Федерации. Уважаемый пожалуйста, вам президент, слово. Уважаемые друзья, коллеги, я так же, как и другие участники сегодняшнего мероприятия, хотел бы поблагодарить наших южноафриканских друзей за то, что они сделали в ходе совместной работы. Должен отметить, что, как выяснилось, эта работа была непростой, и президент Рамафоза проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС. Только что бразильский коллега, президент Лула да Сильва, некоторые моменты отметил наиболее важные для всех нас, среди которых я выделил бы, конечно, вопросы расчетной валюты единой. Это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться по решению этих проблем. И второе, это касается организации расчетов между нашими странами в сфере экономической деятельности. Хотел бы поздравить новых наших членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году. И хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали по расширению влияния БРИКС в мире. Имею в виду налаживание практической работы с новыми членами организации и с теми, кто будет работать в сфере БРИКС в качестве аутрич с нашими партнерами, которые так или иначе уделяют внимание сотрудничеству с нашей организацией и хотели бы с нами вместе работать. Мы относимся к этому с вниманием и большим уважением. И обязательно наладим эту работу. Конечно, в контакте со всеми партнерами будем советоваться, как эту работу организовать. И в ходе этих совместных дискуссий на уровне министров иностранных дел, других ведомств, выстроим соответствующий регламент с тем, чтобы роль и значение БРИКС в мире продолжало расти. Большое спасибо.